Все падает, кроме цен. Ярославльстат подвел итоги социально-экономического развития области за 10 месяцев нынешнего года. По сравнению с тем же периодом года минувшего, промышленное производство, строительство, сельское хозяйство региона в минусе. Меньше стали оказывать и платных услуг населению. Второй год подряд эти показатели снижаются. А вот индекс потребительских цен стабильно растет. К тому же их рост опережает средние зарплаты и реальные денежные доходы. Цены, по данным статистики, выросли почти на 8%, а среднемесячные зарплаты и доходы ярославцев лишь на 5%. Добавим, что подобные показатели отмечаются и в других регионах страны.